Короче, артблок. Каждый художник или же просто деятель творчества сталкивался с этой злосчастной штукой. Ну и я расскажу свои фишки в борьбе с ним. Первое. Отдых. Банальное, но он всем нужен. Набраться сил, покушать любимых вкусняшек, выпить чаю. Все это способствует хорошему настроению, а также в любой деятельности нужен передых. Просмотр фильмов, сериалов, мультфильмов, может даже Ютуба. Лицезрение красивых картин помогает в некотором роде. Можно попробовать зарисовывать некоторые моменты из фильмов, и будет некоторая мотивация. А также красивые мультфильмы, особенно старая 2D-анимация, может очень хорошо вдохновить. И я, например, люблю смотреть «Мулан». Смотрите на рисунки художников, которые вам нравятся. Чаще всего артблок вызван тем, что у нас недостаточно вдохновения, чтобы сотворить что-либо. Поэтому посмотрите, что конкретно привлекает вас у определенных художников, и попробуйте повторить их элементы. Четвертое. Можно рисовать в стол и не обязательно все постить. Для людей уже с некоторым количеством аудитории это важно услышать, как и для меня. Не нужно все публиковать и не нужно себя корить за то, что мало публикуешь. Поиск хороших референсов или кистей тоже может заслужить вдохновение. Можно покупать какие-нибудь маленькие недорогие ништячки в художественном, и тебе обязательно захочется их попробовать. Насчет кистей, они не так важны, но поиграться с новыми все равно даст чуточку вдохновения и, возможно, сил что-то почиркать. Поиск референсов также очень важен. Можно поискать различные художественные книжки в PDF и посмотреть, как мастера работают со своими рисунками. Например, тот же самый поход в музей может вызвать бурю эмоций. Смена обстановки тоже может повлиять. Можно выйти куда-то, в какой-нибудь кафе, торговый центр, посидеть там и порисовать, если есть возможности, если карантин у вас не настолько жесток. Последнее, я думаю, это стараться перебороть свой страх белого листа, либо же страх того, что картины достаточно типичные картинки. Потому что у меня такая же вещь, и я думаю, что мои рисунки иногда довольно скучные, и я хочу пробовать развиваться в плане фонов и идей для рисунков. Мне кажется, это замечательная идея поставить себе какие-то цели и стараться к ним стремиться, тем не менее не пренебрегая своим здоровьем. Поэтому не забывайте отдыхать, кушать и пить чаёчек. Ну, если не любите чаёчек, кофеёчек. Если не любите кофеёчек.